Здравствуйте. Я представляю компанию Interspeedtek. На нашем стенде представлена продукция ведущих мировых производителей в сфере обеспечения безопасности на транспорте, обеспечения проверок багажа, контроля пассажиров на входах в аэропорты, в здания транспортной инфраструктуры. Хотел бы вам продемонстрировать работу прибора. Этот прибор уникальный и предназначен для тестирования опасных и определения опасных жидкостей и веществ на пунктах досмотра. В данном случае представлены две бутылочки. В одном из них вода, во втором жидкость, которая может использоваться для изготовления взрывчатых веществ на борту воздушного судна. С помощью такого прибора можно очень быстро определить, опасная жидкость это или не опасная. Данная техника используется во многих аэропортах мира, одобрена к использованию в Америке, в странах Европы. Планируется использование данной техники и в России. Оборудование безопасно, может проноситься на борт. Тестируем второй образец. Опасно, на борт проводиться не может. В чем преимущество этого прибора? В том, что он может тестировать образцы как в упаковках, так и без упаковок. Кроме того, на стенде нашей компании представлены передовые образцы газоанализаторов для использования внутри зданий и снаружи зданий, а также приборы для криминалистов и взрывотехников, которые могут снимать следы веществ, исследовать остатки взрывчатых веществ после совершенного теракта, для того, чтобы делать вывод, какая взрывчатка использовалась, какие материалы использовались для ее производства и так далее.